Всем привет! С вами Виктор. И мы начинаем новое прохождение игры. Точнее, не игры, а еще одного DLC, дополнением к игре Call of Duty 1 Тайны Рейха. Ну что ж, давайте начнем. Объединенное наступление мы уже прошли. Это первое DLC прошли. Теперь переходим ко второму. Пока там Макс Пейн грузится. Все, новая игра. Сложность ветеран. Поехали. Меня высадили в каком-то лесу. Командование сказало, что когда-то... что неподалеку от места высадки расположена военная база, где мне необходимо уничтожить некого майора Эзельдорфа. Но, наверное, летчики ошиблись, и я приземлился рядом с неизвестной деревушкой. Хорошо, что карта и компас есть, а то заблудился бы. Пойду обследую местность и заодно свой мешок с вещами поищу. Потерял, пока летел. Окей. Германия. 25 июня 44-го. Сохранились. Оружие есть, пошли. Ой. Че, это по мне, что ли? Да, по кому еще? Ой, больно уже, больно. Вот это встретили меня. Так, ляг нахрен. Сохранились пока. Так, там мертвые, да? Да, пока у нас все нормально. Интересно, DLC большая, долгая, короткая. Просто интересно. Просто взяли, дали мне задачу, нужно кого-то убить. И все. Это всего лишь одна миссия будет, да? Вот я находится. Меня не видит. Вот еще одна слепошарый. Так. Винтовку по-прежнему нельзя перезарядить. Самостоятельно. Так, я понял, ты понял. Да, блин, долго целишь. Так, где еще? Легли. Ты, да? Все. Еще где-то. Сбоку где-то. Ладно. И помаленечку всех перебьем. Кто где стреляет, я понять не могу. Так, и вставать там тоже нельзя.
Так, пока сохранись. Ай, блин. Ты не умер, да? Вот теперь точно. Так, сразу меня боеприпасики. На того, на то, с чем нам придется воевать, и чтобы у нас боеприпасы не кончались и всегда были. Долго целился. Где-то еще впереди кто-то находится. Сейчас подождите. Так, бег они не починили. Вот где-то впереди, а где именно, я не понял. А, все, нашел. Здрасте. Ты? Так, еще одну ногу нашел. Так, окей. Ложись нахуй. Где-то там, а... Так, убили. Ой! Так, сохранились. Где-то еще стреляет. Окей. Сейчас быстренько пройдем эту. Тут в первых домах только просто. Столько народу тут только в первых домах, наверное, будет. Я тебя же видел. Почему я не выстрелил? Так, пулемет, да? Ай. Не, пулемета нету. Пулемета не было. Так, где-то еще рожи кричат. Боеприпасики подобрали. Это он с пистолетика стрелял. Окей, я понял. Сейчас по-другому здесь сделаю. Не беспокойся. Все. Сделал, как хотел. Так, где-то еще рожа. Ага. Убили? Нет, ни хрена. Попробуем обойти. Один раз выстрелил. И между паузами можно было уйти. А ну ложись быстро. Еще. Какие вы все-таки слабые, а? Так, тут у нас ничего и нету. Сохранились. МП-40 собираем.
какие вы все-таки косые, а? Обоих перебил. Я там что, боеприпасы собрал уже, да? Да, собрал. Так, нам куда идти? Куда идти-то нужно? Туда или туда? Я и туда могу сходить по дороге. Могу и здесь по дороге. Это что такое? Сохранились там минные поля. Да я в курсе, что минные поля. Ну, что это такое лежит? Что там сверкает-то? Это так не работает. Мешок. Это и есть тот наш мешок, да? Который нужно было забрать. Так, найдите вход на базу. А. Нам первая задача была мешок забрать. Мы это сделали. Ну ладно, окей. Все, пошли. Пошли на базу. Миссия выполнена. Ладно, окей, давайте. Скорее, наверное, если все будет идти хорошо, и это всего лишь одна операция, одна всего лишь, то я, наверное, за сутки ее сделаю. Однако серии будет так выходить. Все, на этом мы и закончим. Я нажимаю на паузу и следующую серию начинаю. Одна серия, одна миссия. Все. С вами был Виктор. Всем пока.